596 единиц спецтехники готовы выйти на улицы Казани в случае обильного снегопада. Об этом сказал заместитель руководителя столичного исполкома Игорь Куляжев. Заготовлены почти 10 тысяч тонн реагента и 75 тысяч тонн песко-соляной смеси. Все дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы. 1300 пациентов в Татарстане бесплатно получили лекарства для лечения от ковида. Сегодня для представителей масс-медиа Минздрав организовал пресс-тур о порядке предоставления лекарств. Их получают не только пациенты с коронавирусом, но и с пневмонией и другими заболеваниями. Что делать при симптомах ОРВИ и ковид? В какую поликлинику обращаться? На эти и другие вопросы ответят студенты КФУ. Ежедневно студенты-медики оказывают информационную поддержку населению, а также контролируют состояние здоровья заболевших студентов и педагогов. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705-100. Көтілмәген қунақ күттіріп кіне интернет-шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ Ру сайтында қорап болады.